Друзья, я рада всем, кто зашел. Сегодня я готовлю винегрет, но только этот салат у меня будет с лобио, с фасолью и без кислой капусты. Итак, что мы берем? Картофель, морковь, лук, свеклу, фасоль, огурцы и зелени, петрушка, укроп, подсолнечное масло, перец и соль. Мы должны все отварить, картофель, морковь и свеклу. Фасоль заранее замачиваем, чтобы она побыстрее сварилась. Но если у вас такой фасоли нету, то можете взять консервированную. У нас как-то в Грузии не принято пользоваться консервированной. Это бывает в редких случаях, когда нужно что-то быстро приготовить. А так здесь много разных видов сортов фасоли, так что мы пользуемся своей. Ну и дальше вы, конечно, сами знаете, что мы делаем после того, как все сварилось. Мы это все очистим, нарежем и соединим. Здесь я огурчик отрезала, попробовала, думаю, интересно, какой он на вкус. Я в магазине покупала в банке. Оказался таким острющим, что перец уже я не буду добавлять. Хорошо, что я еще попробовала его, а то невозможно было бы кушать. Такое было бы острое все. Вот такой салат получился. Винегрет с лобио. Перец я все-таки добавила. Когда попробовала на вкус, думаю, немножко еще перчика не помешает. Ну, а вы, друзья, пишите свои отзывы, ставьте пальчики вверх. Ну а кто не подписался, подписывайтесь. И до встречи. Всем пока.